Сотни человек собрались на площади Ленина, чтобы отметить День государственного флага России. Политики, медики, общественники, дети и взрослые. На празднике их объединяет любовь к своей родине. Под государственным флагом России мы защищаем свой суверенитет, боремся за справедливость и равноправие, воспитываем уважение к истории. Под этим флагом мы стараемся жить и работать так, чтобы наши дети, внуки и правнуки гордились своими предшественниками, достойно продолжали дело укрепления государства, умножали славу и могущество нашей Родины. Традиционно в этот день проходит торжественная церемония поднятия флага России. В этом году во главе знаменной группы курсант Рязанского высшего воздушно-десантного училища ульяновец Тимофей Грищук. Молодой человек дважды участвовал в параде Победы на Красной площади. Церемония поднятия флага для Тимофея – дань памяти павшим друзьям и коллегам. Сегодня символичный день и памятный для меня, потому что в 2015 году я принимал участие в подобном мероприятии уже, поднятии государственного флага. Участвовал вместе с своим товарищем Владиславом Лукониным. Владислав Луконин, гвардии старший лейтенант, заместитель командира разведывательной роты 137-го полка, героически погиб 7 числа. 7 марта 2022 года. Вот. И для меня немножко это трепетный и памятный день, так как сказать, я ему выражаю дань памяти своему товарищу. Также традицией стала и акция, где все желающие могут принести 50-метровый триколор. На празднование Дня флага России юным ульяновцам вручили паспорта. Среди них спортсмены, отличники учебы, творческие личности и активисты. Я очень обрадовалась, я была очень благодарна этому, так как это очень значимый для России день. И, конечно, вручение паспорта было для меня очень важно. Я считаю, что, конечно, это очень важный праздник и очень довольна тем, что его вот так вот отмечают в нашем городе. И считаю, что, конечно, он не последняя очередь играет в истории нашей страны. Праздник учит всех россиян бережно и грамотно относиться к флагу России, потому что каждый гражданин должен знать о национальных символах своей страны и гордиться ими. Я горжусь своей родиной, Россией. То, что у нас все есть, у нас все мирное, у нас чудо. Я родилась в такой стране. Просто я чувствую себя идеально. В праздничный день в Ульяновске также прошли памятные акции, флешмобы, уроки мужества. Светлана Карпухина, Александр Кудряшов, Улправда ТВ.